Подход наших к образованию, подход моих родителей, тот же подход, который был у родителей моей жены, и также, который у меня будет в нашей семье, подход к образованию, это лучше не давать человеку рыбу в плане знания, да? Да, а дать человеку удочку. То есть система самообразования, автодидактика, так скажем. Да? То есть меня спрашивают часто, ты где учился, да? То есть какая у тебя образование? Я говорю, у меня маэстро по автодидактике.